Ставрополе большой и светлый праздник. На главной площади краевого центра развернулись грандиозные рождественские гуляния. Зимние забавы для детей, игровая программа с призами и подарками и концерт лучших творческих коллективов города. Владимир Николаевич – постоянный участник подобных гуляний. Он 45 лет проработал во Дворце детского творчества и теперь продолжает записывать все праздники в городе для собственного архива. У меня все праздники засняты, причем в гуще народа, не просто со стороны, а вот так я хожу это. Для меня Рождество, как любой праздник, это все самое интересное, красивое, и прекрасные костюмы, и вообще настрой, все. Спасибо вам. Всем гостям праздника предложили отведать главного святочного угощения – рождественской каши, символа долголетия и благополучия. У новогодней елки ряженые и скоморохи развлекали гостей разнообразными конкурсами, состязаниями в силе и ловкости, хороводами, колядками, веселыми играми и гаданиями. Съемочной группе АТВ удалось пообщаться с символом Нового года и послушать напутствие от гадалки. А что вы нам принесли как символ Нового года вот сегодня? Много счастья, добра и любви. Ой, любую карту берем. Ух ты, дальняя дорога, деньги вам в этом году, счастья вам в этом году, здоровье, чтоб было, Ставрополь, чтоб наш процветал, чтобы люди были счастливы в этом городе, самым красивым, самым зеленым. Удачи вам всем. Марк Утлицкий, Александр Лукяшко, АТВ Ставрополь.